самбо на сегодняшний день один из самых зрелищных и ярких видов единоборств. Мы присутствуем практически во всех крупнейших мультиспортивных соревнованиях. Подготовка проходит в плановом порядке. У нас 18 весовых категорий. Мы отобрались во всех весовых категориях. Вот. Но будем готовиться. Мы говорим о том, что проходят европейские игры, но мы пропускаем слово, что они олимпийские. Но на самом деле это тоже такие же соревнования, только континентальные. На данных соревнованиях тестировалась система спортивного фундаментажа, которая будет действовать в рамках соревнований по самбо на вторых европейских играх 2019 года. Это очень важные соревнования на самом деле, и сейчас уделяют им большое внимание во всем мире. И очень здорово, что будут они проходить в Минске.